Добрый день. В общем, количество подписчиков на моем канале приближается к 100. И по доброй старой ютубовской традиции, я думаю, что настало время какого-нибудь конкурса с раздачами, что-то в этом роде. Я думал, каким образом это сделать. Я подумал так, что в принципе каждый имеет право в нем участвовать из моих подписчиков. Вот. Не знаю, каким образом будет дело обстоять, потому что есть подписчики из России, там, из других стран, каким образом я им это доставлю, но я как бы найду способ, то есть подписчику ничего это не будет стоить. Вот два ножика, они были у меня на обзоре. Это оба кабары, Last Ditch TDI. TDI LDK, то есть Last Ditch Knife, и Bash Boga. Вот. Такой вот, таких вот два ножика. Но я так подумал, что в принципе могу их... То есть, иначе говоря, будет из всех существующих на момент подписчиков путем жеребьевки выбираться, и вот жребием определим, кто... кому они достанутся. Ну, я, в принципе, подумал и решил, что как бы, наши есть добрые друзья бушкрафтеры среди моих подписчиков. Вот. И я думаю, что надо добавить еще вот такой вот приз. Это спарки от спарки Firestarter от Ultimate Survival Technologies. Вот. Вот, и она такая небольшая, у меня есть обзор его. Я еще подумал, решил, что как-то без этого хлопца никак не может обойтись этот самый хороший набор подарков. То есть будет плюс, то есть иначе говоря, вот уже 4 будет этих самых набора призов. Вот. И подумал еще, что все-таки это ножевой канал, не только бушкрафтерский. Вот. И решил, что будет неправильно такими совсем ножами вот такими обойтись. И вот решил, такой еще ножик будет. И вот такой набор малышей будет. Да. Ну, в общем, это для моих подписчиков, которые подписались и, в общем, там, надеюсь, там смотрят мои видео. Вот. Вот такая вот будет, вот такой вот будет набор призов. Но я подумал, что, может быть, есть люди более активные, чем, например, я, потому что я никогда не участвовал ни в каких конкурсах, никогда не делал никаких видеоответов там на что-то, на конкурс кого-то. Вот. Ну, я, наверное, просто потому что лентяй. Вот. Но я подумал, что наверняка есть такие люди среди моих подписчиков, которым это не в тягость, не с большим удовольствием сделают видеоответ на что-то. Вот. И их как бы за то, что они потратили какие-то, не знаю, калории на все это дело. Надо их поощрить. Поэтому для людей, которые сделают видеоответы, будет дополнительные призы. То есть они будут участвовать как подписчики. Фактически они будут участвовать два раза. Как подписчики они будут участвовать при розыгрыше всех вот этих вот призов. Плюс будет разыграно еще 3 дополнительных приза уже среди тех, кто написал видеоответы. Записал и там. Видеоответ называется на тему, скажем так, как я дошел до жизни такой. То есть, иначе говоря, каким образом я стал ножеманом, что привело меня к ножам, почему, как со мной это произошло, как случилось это все. И для таких людей будет отдельный приз, будет Tenacious синей рукояткой спринтран, будет Кандиру черный и
какой будет Кондор. Вот. Кондор. Сапиенс. В общем, вот такая вот получилась петрушка, как говорится. Вот, вот такая вот петрушка. Вот. Еще раз повторяю, в первом общем этапе конкурса ничего не надо быть. Допускаются все на момент этого видео мои подписчики, чтобы претендовать на какие-нибудь из дополнительных призов, надо сделать видеоответ. Абсолютно не надо ничего там заумного и так далее. Просто в простой форме, можно кратко, можно пространно, как человек захочет рассказать, каким образом человек стал интересоваться ножами. Ну, не обязательно ножами. Ножами и все, что с ними связано, там, бушкрафтингом, там, выживанием, вот такими вот вещами, тактическим снаряжением. Вот. Потому что как бы потенциально все люди, всем хлопчикам, мальчикам это все интересно, но не все, так скажем, в это погружаются. У каждого какой-то свой триггер, какой-то спусковой крючок, который вот привел к этому, ко всему. Вот. Ну, еще разок. Покажу все. Вот. Вот такие вот будут у нас призы. Все, спасибо за внимание. До свидания. Отдельное видео будет по, так скажем, результатам. И, может быть, я преодолею свою лень и тоже напишу, каким образом я дошел до жизни такой. Вот. Спасибо за внимание. До свидания.